Всем привет, подписчики! За микрофоном генерал ФСБ Серго Полисмен. Сегодня у нас новый ролик по родине, в котором мы с братвой навели полнейший беспредел на сервере. Вы когда-нибудь видели, как игрок дает взятку за то, что он якобы ограбил пивнуху, или, например, как ПДшники всей фракой бегают вокруг своей организации? Ставьте лайки и оставляйте комментарии, чтобы подобного контента было больше. Ну и также для труп подписчиков, которые смотрят ролики и не скипают, я делаю конкурс на 500 рублей. Пиши комментарии с пометкой «Злой коп», и среди этих комментариев я выберу победителя в следующем ролике. Больше комментов, следовательно, выше шанс на победу. Ну и, конечно же, заходите играть на родину, я играю на Северном округе, тут уже каждый может на халяву получить себе азы-коины на аккаунт. Просто регистрируйтесь на никнейм Серго Лепард и пишите мне в ВК, а я закину вам донатик на ваши аккаунты. На 6-м левеле, кстати, указывайте промокод хэштег Лепард. А я в банде вообще или нет? Какой банде, дебил? Сергуй пал из вас. Мемберс пропиши. Да, я увидел. А ты прикинь, челики по полгода поднимаются, а мы просто... Дура, смотри, тут дура, блядь. Это наша подчиненная, брат. Стой, дуру, только что до бана въебали. Голоса знакомы у вас. Мы сейчас наркозависимые. Да не кажется мне. Да кажется, брат, кажется. Переодеться в рабочую. Вы что, мужики, куда? Вот мы нормально приоделись, братик. Брат, ой, нормально. А ты можно нам экскурсию какую-нибудь? Чисто вот, карт-бланш. Тут вот, короче, лекции проводят. Садись, Санюш. Ой, проводите, что есть отдел Академии Федеральной Безопасности, отдел кадрового управления. Нам просто нужно, короче, убивать, стрелять жестко и А мы бы хотели с вами еще, знаете, в такой вот социальной форме пообщаться, вот вне вот этого вот формы и так далее. Ага, давайте. У меня еще наркозависимости, жопой жуйно. Так, скручиваем его. Ебать, вы наряжены. Сергу и Саша, вы где? Ева, Пупова. Почему нет? Я замаскированный теперь, смотри. Оп. Так, ну чё, поехали за петухами, в принципе. Полицейский с Рублёвки. Водитель транспортного средства, остановите вашу машину срочно, иначе будете наказаны. Останавливайся. Туши кара. Не тушите. Стало оружие из кармана. Он багаюзу. Посидишь на нарах, малыш. Съебался. У меня ломка, подождите. На. Гражданин Федеральной Безопасности, безопасности. Вы имеете право на участие, что скажете, можете быть подсудимым, так что имеете право звонить адвокату. А он с ботом вообще ебашит просто эти... Мне тоже кажется, что у него бот, он же как-то на автомате бьёт. А нет, он что-то пердит. Это как? А куда он? F11, мальчик нажал. Не, Сань, нам ебланить вообще нельзя с тобой, брат. Что делаете? А что? Братик, скейт у тебя классный, но наводочка пришла, что похитил. Куда пошел, братик? Руки вверх. Вы в федеральном розыске, товарищ. Ком? Я только в игру зашел. Задержан в связке... С ограблением! Пивной лавки! Вы пивную лавку ограбили! Рассказывай, что Богдан, диктуй мне, что мне говорить. Взял дубинку, ударил. Вы задержаны оперативниками Федеральной службы безопасности. Задержанные оперативниками Федеральной службы безопасности. За мной. Куда мы едем? Больница Арзамаса. Больница Арзамаса? Тебе психотерапевт нужен, блядь, тебе в больницу реально надо. За пивную лавку, блядь, его повязали 4 ОМОНовца, сука. Денис, говорят, вы бензин воровали. Лучше, пока вас не видели, лучше уедьте. Пацаны, давайте вам 500 тысяч, вы мне отпустите. Опа! Так, брат, подожди. Так, Денис, говорят, вы бензин воровали, сливали. Лучше уедьте, пока свидетели не пришли опознавать. Все, так, Андрей, подожди, Андрей, уважаемый Андрей, пожалуйста, будьте немного поаккуратнее. Так, ваше предложение. Вот по вам видно, вот вы сделали тяжелое нарушение, вы ограбили пивную лавку. С вашим нарушением, вы согласны? Если вы Да, конечно. Вот. Да, согласен. Если вы признаете свою вину, это намного попроще, да? Так уж и быть. Вы сколько там предложили? 500? Чего вы предложили там? Я просто... 5 шоколадок? 5 миллионов шоколадок? Я все это понимаю, но видите, тут как бы 4 особых подразделения ястреб. Денис, вам... Уехал отсюда. Я его таксист. Денис. Он оплатит вам, я его увезу. Он оплатит? Если он нам оплатит? Так, штраф, подожди, точно, штраф. Так штраф вот, оплатит. Андрей, вы готовы заплатить штраф в размере 1,5 миллионов? Да что так много-то? Ну,
4... Вы понимаете, за вами... 3 миллиона просто так заплатить. За вами охотилось 4 элитных бойца из подразделения Ястреб. Андрей, вы сделали тяжелое правонарушение. Вы сами согласились. Ведется видеофиксация всего. Полтора, вот полтора... У нас тут вон... 1,5 миллиона штраф, и вы едете с Денисом на Мальдивы. Так, Денис. Сейчас контент будет, контент давай, будет. Давай. Догоняйте его. Мусор в второй ранг плюс-минус и в маске. Это нарушение федерального постановления, увольнение. Да он просто по коням втопил, нахуй. Увидел, что за ним 4 элитных бойца гонятся. Сотрудник. Двойную сплошную сотрудник. Куда вы? На кабочине. Кабочине. Ходим, уходим. Руки на капот. Упал, пожалуйста. Здравствуйте, федеральная безопасности. Возможно, что закончится моя ошибка. Ваше удостоверение, сотрудник. Смотри, Сань. Я на него жути на этот... кошмарю. В смысле вы забыли? Паспорт не пойдет, удостоверение, сейчас в отдел едем, и начальство зовёт, понятно вам? Одни в патруле, да и вдобавок в маске. В смысле, почему? Я слепой, что ли? Мы были вместе. Патрулем. Вы думаете, они все люди, которые стоят сейчас перед вами дураки? 4 элитных бойца подразделения Ястреб обманывать не буду, да вы еще и в маске находитесь, гражданин. Я из вертушки. Уже плачет мужик. Да, бля, ладно, давай его отъебемся, ладно, лучше арены пойдёт, арены. Всем голову в учатку, бегом марш. Я обижаю. У него еще 6 кругов. Сука, считает коршун надзиратель. Бля, ну у него имя Саша, по жизни победитель. Нам с тобой за 20 лет мы издеваемся над маленькими детьми. Ну их надо мной в школе издевались. Короче, говорите кто-то, типа, ваш сотрудник провинился, следовательно, все будете типа за него отдуваться. Итак, уважаемые, все внимательно слушаем. Недавно в патруле два ваших сотрудника провинились, находились в маске. Какая разница, не перебивать, когда с вами старший разговаривает. Это лидер, не лидер. Это не важно, это не вам, ошибка по Фрейду, уважаемый. Итак, два сотрудника провинились. Итак, как гласит братский кодекс, все будут отдуваться за одного. Поэтому дальше Богдан вам разъяснит, что нужно делать. Богдан? Это не важно, это кличка человека, позывной. Так, направо. Вы что, тупицы? Раз, разошлись! Справимся, 3 секунды времени. Время пошло. Раз, два, три. Вы успели разойтись. Строимся, время пошло. Дырка опять в строю. Разойдись. Общая команда направо. О, уже лучше. Сам гнись. Разойдись. Я теперь понимаю, почему ты с физрук рофлил на уроках. А что это за Андрей вообще бегал? А, это наш лидер. Сейчас все будете за одного сотрудника отдуваться. 7 кругов в участках. Бегом, марш!